Всем привет! Меня зовут Саша, вы на канале «Посылки из Китая». В этом видео, как и обычно, у нас проходит конкурс. Про условия расскажу немножко позже. А сейчас распаковка, погнали! Первая посылка. И здесь у нас находится просто вот такая вот свечка. Цифра 8. Ребенку скоро 8 лет. Вот, заказал вот такого плана свечку. Ну и заодно посмотреть, как эта штуковина выполнена, качественно, некачественно. Ну, на первый взгляд, что могу сказать? Литье этого воска или парафина, что это, ну, не очень. Правда, и стоило вроде бы недорого, насколько я помню. Ну, лицевая сторона достаточно симпатично смотрится. Обратная часть, ответная, ну, так себе. Ну, в принципе, в общем, достаточно неплохо. Приехала в индивидуальной упаковке, поэтому я думаю, с этой штукой ничего в дороге не должно случиться, с этой свечкой. Так, следующая посылочка, и здесь у нас находятся вот такие вот коллагеновые маски. Заказал для себя, хочу попробовать убрать вот эту вот фигню синюю под глазами, а то как наркоман выгляжу. Так, ну, заказал вот так, буквально 4 штучки на пробу, там, по-моему, это они идут сетом, там по 4, по 10, что-то такое. Ну, смотрю, будет какой-нибудь эффект или нет. Если вдруг кому-то интересно, пишите в комментариях, задавайте, отвечу обязательно. Следующая посылочка, и здесь у нас находится вот такой маленький светодиодный фонарик. Батарейка в комплекте идет, имеется вот такая заглушка, чтобы батарейки не сели в дороге. Здесь даже две батарейки идет в комплекте, вот так вот. Ну, ой, что это? Все падает. Тяжелая конструкция. Так, я так понимаю, вот это у нас магнит. Чем бы проверить, у меня с собой под рукой ничего нет. Вот цепочка. Да, магнитится, и ну и сам фонарик вот в принципе светится. Свет, ну, достаточно яркий. В темноте что-то подсветить можно. Можно повесить на карабин куда-то. Правда, вот это колечко очень хрупкое, поэтому его лучше, наверное, будет снять. Повесить что-то более посерьезней, ну, если только вот эта штука у вас не сломается. Режимов несколько. Стробоскоп. Просто яркое свечение, более тусклое. Ну и все. Получается три режима. По цветам что-то, если я не ошибаюсь, были какие-то другие цвета у этих фонариков. Ну, если кому-то интересно, переходите по ссылке и сами все увидите. Следующая посылка, чуть не разрезал. Даже, наверное, может, и разрезал. Так, здесь у нас находится вот таких два крема. Hand cream. Маленькие тюбики. Bio Aqua по 30 грамм. Даже идет вот такая пломба заводская, чтобы какой-нибудь китаец или кто-нибудь не попользовался, не попробовал. Ну, давайте посмотрим, что он из себя представляет. Ничем не пахнет. Вообще ничем не пахнет. И что это? О! О. Вот этот уже пахнет поприятнее. А это, да, это действительно ничем не пахнет. Наносится на руки какими-то полукатышками, какими-то, не знаю. Ну, очень влажный. Запах вот у этого, у зеленого, обалденный. Не знаю, что это за запах такой, не могу сориентироваться.
зеленый чай. Так, следующая посылка. Это какой-то огромный пакет. А внутри, по ощущениям, находится какой-то ежик. Да, я угадал. Здесь у нас ежик. Вот такая вот расческа. Nanotechnology. Керамик плюс лоник какой-то. Ну, заказал для себя расчесывать. Прическа красивая. И здесь у нас тоже, наверное, магнит какой-то. Да. Только для чего этот магнит? Вес расчески он не выдерживает. Для участия в конкурсе на 200 российских рублей достаточно написать, какой из товаров вам понравился больше всего, поставить лайк и быть подписчиком моего канала. Если же хотите выиграть все-таки 300 рублей, то к понравившемуся товару напишите ссылку на любую социальную сеть, где сделали репост именно этого видео. Желаю удачи! Сама ручка, в принципе, вроде бы надежно сидит, крепко. А вот эти щетинки, ну, достаточно жесткие. Вы знаете, можно даже как массажку, ну, массажную какую-то штуку его использовать. Еще расчесок у меня на канале будет достаточное количество. Жена работает парикмахером, и такие товары будут встречаться частенько. Так, а мы переходим к следующей посылке. И здесь у нас автомобильная сетка-карман. Вот здесь имеется такая липучка, ну, поверхность с крючками. И, ну, естественно, сам карман. В карман можно всунуть, ну, две 2-литровые бутылки однозначно. Возможно, какую-нибудь там, не знаю, 5-литровую канистру. Хотя, ну да, влезет 5-литровая канистра. И вы на войлочную поверхность багажника эту штуку, карман этот, приклеиваете и можете сюда размещать какие-то свои вещи. Тару с жидкостями, чтобы она не разлилась. Ну, допустим, тот же омыватель, которым постоянно надо пользоваться. Ну, там, бутылку с каким-нибудь там, с водой, с чем-нибудь, чтобы не разливалась по багажнику, да и не ерзала никуда. Я думаю, штука пригодится. И также, если вдруг кому-то стало интересно, напишите, я скажу, держится эта штука в багажнике, не держится. Потому что, ну, приклеить на видео и показать, что вот смотрите, оно классно все сидит, держится надежно, это то же самое, что этого не делать. Потому что липучка может отвалиться буквально там через час, через два под весом, да, или вообще может просто тупо через 2 минуты отвалиться, как часто происходит с присосками китайскими. Так. И у нас завершающая на сегодня посылочка. И здесь у нас тоже товарчик для парикмахеров. Здесь находится, так сказать, халат. Ну или что-то вроде того. Пеньюар. Не знаю, как правильно сказать. Вот такая вот штука с карманом. С 2 карманами, да. Карманы закреплены только по одной поверхной части. Прошиты одной строчкой и сидят на 3 клепках. Швы у этого всего выполнены, ну, не очень качественно, много торчащих ниток. Хотя сам по себе материал, ну, достаточно прочным выглядит на ощупь. Если продавец, производитель постарался бы и поубирал вот это вот все торчащее, то товару можно было бы поставить 5. Ну, а так, ну,
4-3,5 балла, я думаю, этот халат однозначно заслуживает. Но если учесть то, что он стоит не так дорого, то это покрывает его минусы. И я думаю, хорошая вещица. Если у вас кто-то из знакомых, родни работает парикмахером, советую присмотреться к этому халатику. Это были все товары на сегодня. Не забывайте про участие в конкурсе. Поставьте лайк, если еще этого не сделали. А я с вами прощаюсь. Пока. Love you.